В России будут созданы две новые территории опережающего развития в Хабаровском крае и Нижегородской области. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев. Премьер сообщил об этом сегодня на расширенной коллегии Минэкономразвития, подчеркнув необходимость активного привлечения средств в инновационную сферу. На заседании обсуждали итоги минувшего года и план до 2025-го. Одной из основных задач на ближайшее время Медведев назвал развитие несырьевого сектора. Как и все сырьевые экономики, мы получили очень болезненный урок, сделали выводы, вышли на положительные показатели по объемам промышленного роста и по объемам роста сельхозпроизводства. По итогам года позитивная динамика, мы надеемся, будет еще заметнее, включая рост валового внутреннего продукта до 2%. В этом смысле условия, которые складываются, беспрецедентны для экономики современной России за последние 25 лет. Эти положительные сдвиги должны быть долгосрочными, устойчивыми трендами.